Всем добрый день. Будем делать салат из редьки, из морковки. Нам понадобится вот редька, морковку, майонез, перец. Ну, может, я еще иногда добавляю вот такой перец, приправа букет перцов. Вот. Ну и соль по вкусу. Приступаем. Берем какую-нибудь миску или чашку, терку, и приступаем тереть. Терем. Сейчас я на скорость перемотаю. Это морковка кривая, ребята, или у меня руки кривые. Опа, 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 опа. Морковка очень полезна. Я морковку люблю. Могу есть каждый день. Ну, давай. Раньше быстрее терла. Сейчас надо какие-то усилия. О, боже мой. Так, давайте вот так вот поближе. Это моя рука. Да. Морковка должна быть хорошая. И редька. Берите только овощи хорошие. Выбирайте на рынке. Проверяйте, смотрите, не ленитесь. Ну вот мы натерли морковку и приступаем к рецепту. Получилось даже по-мудски. Ну, когда маленький кусочек остается, я ем. Съедаю. Все. Берем. Редька очень полезная тоже. Вообще морковку, редьку надо есть каждый день. По чуть-чуть. Редьку можно везде класть, как и морковку. И в супы, и мясные блюда, и овощные блюда. Вот. Считаю, что родиной редьки является Египет, где из ее семян делали растительное масло. Но еще что из Египта редька попала в Древнюю Грецию, а оттуда в Европу. В нашу страну она была привезена из Азии и быстро стала популярной. И до сих пор она популярна. Так. Сейчас паузу сделаю. Ну вот, мы натерли редьку с морковкой. И сейчас будем заправлять. Берем майонез и добавляем. Потом вот такой черный перец молотый. Можете любой перец, не только такой. Главное, черный. Можно и, в принципе, красный, кому как. Так, букет приправ, перцы вернее. Оп. Здесь тоже присутствует соль. Вот, еще немножко добавим соль. Сейчас, вот буквально вот чуть-чуточку совсем. Так, я соль не очень люблю, поэтому я очень-очень в небольшом количестве добавляем. И все. И
Вуаля, сейчас перемешаем. Так, вот видео идет. Потише сделаем. Все, и мешаем. Да, из, считаю, что больших овощей, морковки и редьки, получилась вот такая большая, полная уже мисочка. Мешаем хорошо. Очень хорошо мешаем. Так. Мешаем. Ля-ля-ля. Сейчас будем. Так. Так, по-моему, еще маловато майонеза. Добавим еще майонез. Вот. Майонеза мало не бывает. Еще помешаем. По-моему, я перчика мало посыпала. Оп. Так, надо еще перец посыпать. Вот. Все, посыпали. Снова перемешаем. И еще букет перцев добавим. И у нас, в принципе, уже салат готов. Всего максимум за 10 минут я приготовила вот такой чудесный салат. Вкусно. В самый раз. Морковка с риской. Очень вкусно получилось. Все хорошо, что надо одинаково. Ну, кто, конечно, любит редьку больше, то редьку кладет. Кто любит морковку больше, то морковки добавляет. Вот. А я и то, и другое люблю, так что все 50 на 50 добавляю. 50-50. Ну вот, мы закончили салатик из редьки с морковки. Всего буквально заняло 10 минут. Ну, тут украсила я с перцем красным. А, еще что хотела сказать, чтобы, как говорится, все соки вышли, надо где-то на полчаса, хотя бы минимум на полчаса оставить в холодильнике. А потом приступить. Ну, если у вас времени есть, или, либо вы не голодны так, то можно. А если вы голодны, то сразу можно рубать. Ничего страшного. Так что этот салат ко всему подходит. То есть к блюду, допустим, шашлыку, допустим. Вот как раз мы сейчас будем шашлыки готовить. И я вам покажу. И еще я хочу вам показать. Мы вчера купили, вчера купила чак-чак. Вот, десерт. На самом деле кондитерское изделие. Вот я уже почти уже съела. Очень вкусно, сочно, такой свеженький. Фокс-фокс. Чак-чак – это производство, вот видите, Казанский хлебозавод. Вот. Приятного аппетита. Все, гун аппетит. Бай-бай.